Батальон 4 победу одержал от Полуденного на Югуре, Приволжский федеральный округ. Первый правил Сибирский федеральный округ готовится Магомед Магамед. На татами главы возвращаются Лаврентий Данил, Уральский федеральный округ, Прокопчук Сергей, Сибирский федеральный округ. Татами 4 победил первый Сибирский федеральный округ. Называется Магомед Магамед, центральный федеральный округ, Радзимонов Егор, Сибирский федеральный округ. Татами 1 победил Шишкин Данил, Приволжский федеральный округ. Приглашаются женщины 60 килограмм, Магомед Магамед, Сибирский федеральный округ.